Всем привет, друзья, с вами TeamPos, и мы продолжаем играть в игру Great Conqueror Rome и проходить на этот раз кампанию The Mithridatic Wars за Римскую империю. К сожалению, последняя миссия за Сертория в Сертарианской войне, третья, мною все еще не пройдена после четырех попыток ее прохождения. Она меня уже до пены во рту взбесила, но чуть позже мы снимем на нее прохождение, это я уверен. Надо немножко прокачать и свой личный скилл, и скилл войск. Ну, надеюсь, что Mithridatic War нам поможет, и мы пройдем. И это не будет для нас слишком большой проблемой. Погнали. Эх, вперед. Советовали мне другого генерала, не Mithridata. Но на тот момент было уже поздно, поэтому я купил Mithridata. Погнали. Задача. Захватить две точки, при этом убить одного ключевого юнита. И сделать это за 16 раундов. Ситуация ясна, задача ясна, вопросов нет. Захватить эту точку, убить этого юнита. Окей, но для этого нам нужно как бы город захватить изначально, потому что без него никуда. Нам тут любезно предоставляется отряд пехоты, на котором мы ставим одного командира, и отряд лучников, на котором мы ставим другого командира. Ё-моё. Это будет очень больно. Так, ладно. А можно посмотреть его скиллованность? Просто я своему Mithridata уже до 8 уровня вкачал. Прокачку стрелков. Ладно, все. Погнали. Сейчас я перестану нервничать. Кем мне походить куда? Секунду. Вначале лучником. Правильно я сделал. Теперь кого куда? Давай, ты идешь сюда, а ты идешь сюда. Бьем лучников. Вкачиваем тренировку нашему пехотинцу. Вкачиваем мораль нашему лучнику. И атакуем город. Какой? Центральный и атакуем. Вначале лучников бьем. И здесь еще раз лучников бьем. Надо их в первую очередь вынести. Стреляем еще раз, второй раз по кавалеристам. Здорово, что у нас есть такая возможность. Посмотрим, на кого загорятся вражеские кавалеристы. Хорошо, что не на пехоту. Хорошо, что не на лучников моих. Меня это радует. К сожалению, не добиваю. Все еще не добиваю. Сколько тут ХП? 61. Могу не добить. Вначале тогда кавалеристов добью. Вот так сделаю, да. Чё? Mithridata там какую-то речуху толкает. Она нам не интересна. На данный момент. Так. Секундочку. Я думаю просто, как правильно поступить. О, отлично, здесь могу обойти город. Это радует. Куда Mithridata пропал? Вражеский. Мой-то я знаю где. Упала мораль. Из-за захвата противниками города, видимо, да? Это неприятно. Rain of Arrow. Это, походу, для Mithridata какой-то бонус, да? Сейчас гляну. Как посмотреть? Rain of Arrow. Не? Видимо, нет. Ладно, потом гляну, что я там... Что я там нашел? Могу нанять здесь сразу же нужные мне отряды. Мне нужны отряды пехоты с форсменов. Нанимаю. Кавалерия. Куда запускаем кавалерию? Я думаю, надо помочь вначале союзникам захватить город. А потом уже с их помощью атаковать совместными усилиями следующий город.
Это союзники? О, дезморалины как жестко. Фига себе. Еще чуть-чуть. Не хватило. Так, а как моральку вкачать нашим союзникам? Ну, единственный вариант — это лучников с тыла. И эти тоже дезморалены. Обалдеть. Ладно, давайте город атаковать, наверное. Или лучников все-таки. Давайте лучников. Кавалерии надо лучников. Бить, но что-то очень слабо. Это, видимо, из-за упадка морали. Сто пятьдесят. Неплохо. Это бить бы этого паренька бы еще. Да ладно, это в другой раз. Ой. Весьма неприятно. Ополчение придется нанимать сюда, ставить. 118. Надо захватывать. Добивать и захватывать. Чтобы мораль повысить. Отлично! О, это мои войска теперь? Здорово как. Просто великолепно. Хо-хо-хо-хо-хо. Вам теперь кобздец. Ё-моё. Как они резко вылезли-то. А, они не вылезли, они пошли от южного города на северный. Понятно. Все с вами понятно. Ты иди, короче, на юг. Сколько у нас ходов еще осталось? Еще 8, чтобы на 3 звезды. В принципе, мы пока на 3 звезды даже можем претендовать. Теоретически. Так, наша Митридата атакует здесь. Это неприятно. Надо, значит, поменять их местами. Сейчас что-то придумаем. Вот так. Хорошо. Здорово. Отлично. Ну, неплохо. Ну, когда у противника мораль упала, у меня поднялась, сразу воевать легче. Это само собой разумеется. Так оно и должно быть. Так, сейчас местами немножко поменяемся. Вот так. Так будет лучше. Эх, не доходим до кавалериста вражеского. В смысле? А когда это произошло? Вот сейчас непонятно было. Когда я успел город потерять? Прикольно. Надо будет повтор пересмотреть, я что-то не понял. Это какой отряд? Там, потому что в городе очки жизни были, ну, хелспоинты. То есть отряд подошел к городу, уничтожил, и второй отряд захватил. Неожиданно. Неожиданно и неприятно. Так, сразу 3 отряда вынесли мои. Или сколько их тут? Подожди, один. Там один отряд был, без паники.
Так, ну Митридат вражеский потрепанный, насколько я помню. Ну да, должен быть потрепанный. Семьдесят пять. Тут в городе что есть? 28 хп. Маловато. Можно, в принципе, сразу на город идти. Но я этого, наверное, пока делать не буду. Семьдесят четыре. Упала мораль. Это хорошо. Давай пока вынесем этот отряд. С упадком морали. Пока есть такая возможность. Заканчиваем ход. Нашего Митридата мы подводим все ближе. 98, хорошо. Вот и Митридат. И ни хрена он не покоцанный. Я думал, там от Митридата уже ничего не осталось, а вот фиг-то там. А для победы. Вот не для победы, это чтобы три звезды было. Надо его уничтожить. Ох, просто если я сейчас... Я могу потратить удар. В любом случае, этому юниту кобздец. Это факт. Это факт, что ему кобздец. Вопрос, как я им распоряжусь. Ладно, давай на Митридат нападем. 112. Это было правильное решение. Он еще жив. Отряд куда-то взялся. Мне нужна пехота. Где моя пехота? Двадцать девять, сорок три. Очень мало. Ну, это понятно, это укрепленное строение. Хрен мы ему много урона нанесем. Лучники. Здорово. В кавычках, конечно. Ох-ох-ох. Опасно. 49. А на данный момент я рассматриваю вариант, в котором я не буду убивать вражеского Митридата. Потому что я могу его просто не успеть убить. Давай, иди вперед. Точнее, не успеть убить, мне сил может просто не хватить. Ходов еще много. Но Митридат у противника, зараза, сильный. Чересчур. 67. Так, тут лучника продолжаем атаковать. 130, хорош. 84, и здесь тоже неплохо. Куда Митридат вражеский делся? Отступил куда-то? Куда-то отступил, видимо. Ну да. Нам шагу не хватит, наверное, да? Город захватить. Не хватит. Эх! Это было близко.
Иди сюда. Надо захватывать, потому что либо я в течение 2 ходов захвачу город и получу 2 звезды, либо в течение 24 ходов уничтожу Митридата и получу 2 звезды. Поэтому тут как бы... Сейчас они там отряд создадут, но мы с ним разберемся, я думаю. К сожалению, тут... В любом случае 2 звезды, а Митридата мы уничтожить просто не успеем. Поэтому выбираю такой вариант победы. Главное, что это победа. Вот. На этом, друзья, серия заканчивается. Я всех благодарю за внимание. С вами был TeamPos. Если вам понравился ролик, то поставьте лайк, подпишитесь. Мне будет очень приятно. И до новых встреч. Новый ролик уже скоро. Всем спасибо, всем пока и удачи.